Абраз Шчадрэца у нас праходзіць очень-очень уже шмат гадоў. Этот абрад мы перадалі нам нашы предкі, бабкі, прабабкі, нашы родзіцелі, а мы перадаём нашым дзецям, нашым унукам. Абрад гэты тоже у нас з вёскі Рог прыйшоў. У нашых вёсках ён быў немножко іншы. Галоўны персанаж, як бы считаецца, дзед продак. Можна сказаць, як святы яны. І баба засявальніца, гэта я. Роль граю бабы засявальніцы. Так сама каза, конік, журавель. Ну, цыганка, цыган у абрадзе, механоша і спявачкі. Ну, это маска деда продка. Научил меня робить ее Хамицевич Николай Николаевич, жыхар вёскі Рог. Робится эта маска в конце мая, начало июня, когда бероза хорошо снимается ножиком, срезаем верхнюю часть, нижнюю. Ну, снимаем аккуратненько, очищаем от мусора ее, все, вырезаем нос, рот, приклеиваем бороду, здесь закрепляем. Дед-продок, когда вся процессия вот эта подходит к дому, вот, допустим, сразу дед-продок стукает в окно, говорит: «Добрый вечер, щедрый вечер». Добрый вечер, щедрый вечер. Вот, и начинает петь все песню. Обрадовую. А хоть у не гуляє, святый вечер, святый Василю. Затем я ухожу в дом. В доме тоже еще раз говорю: добрый вечер, щедрый вечер. Вот. И уже с ними вместе немножко там где-то киёчком они поют, я подстукиваю. Що такі? Калі ласка. Добрий вечір, щодрий вечір. Добрий. Ми заходимо у хату. Дід продак говорить: добрий вечір, щодрий вечір. А я вже баба-зашивальниця їм говорю: чи щадравати, чи коляду дати. Так. Калі говорять: щадруйте, то я сперва обсяваю житом у доме. Сею, вею, подсяваю, с Новым годом, с колядою поздравляю, с Новым годом, с новым счастьем, добрым здоровьем на долгие годы. Дякуем, дякуем вам. Ну, жыта гэта сімвалізуе, калі абсяваю, чтоб добро было, багацце, счастье, здоровье в хаце. І жадаю, поздравляю з Новым годом, с колядою, жадаю здоровья, счастья, добробыту усяго. А потом начинаем спевать песни. Господар, для тебе у нас песенка ёсць. Послухай, калі ласка. Поспевайте, калі ласка. Ой, устань, устань, сам пан господар, святы вечор, святы Василёк. Устань, послушай, что в хмары годе, святы вечор, святы Василёк. Yeah.
У нас усе песні прысвечаныя святому Васілю больш, таму што 14 января адзначаецца святы Васілёк, Васіль, і мы у нас у кожнай песні суправаджаецца прыпеў такі «Святы вечар, святы Васілёк». Такія песні паём: «Устань, устань, сам гаспадар», «Ой, над рэкаю, над глыбокаю», «Рана-рана куры папелі». Гаспадынька, і для цябе ў нас песенька є, паслухай. Спойте, спойте, пожалуйста. Поспевайте. Ой, рано, рано, куры попели, святый вечер, святый Василёк. Куры попели, оно сбудили, святый вечер, святый Василёк. Потом разыгрываюцца такая, як гульня: каза патанцуе, упадзе, ёй даюць падарункі. Ой, ну, ну, каза, ой, ну, ну, шева, зараз ночеща, разлетелища, по всему дару господарскому, господарщи день, на хожу гляди, а господинка нашу ранника, а ты, господа, не будь такова, да будь ласкова. Так і козачка, як падае, гаворым, што от наша ж козачка танцавала, дастамілася, да трэба ж ёй нешта даць, што яна ўстала. Ой, утамілася, Даша каза, упала. Што б ёй стаці, трэба ж нешта даці. Трэба даці. А хіба рэшата ўка, рэшата ўса. Вона верша трэба каўбаса. Та сай кусок сала. А кусок сала, што б каза, ўстала, ну? Давайте. И сало. Подвай, козочка. На зерна поешь. Овса. Овса поешь. Ох, чтоб молоко давало. А сверху и колбаса. Ой, колбаса смачная. А мы на вас. Ох, моя красавица. Ой, тачу моя, напои коня. Ой, тачу моя, напои коня. А конік здалёк так ехаў здалёк, дайце ж хоць нашаму коніку падкрапіцца, а то ён стаміўся. Гаварылі, от конік кушай авёс, чтобы летам, вясною па хаце было хорошо. Подходить весна, конь пашет, он возит, перевозит грузы. Поэтому его мы, так сказать, уважаем, мы его кормим, мы его ждем, мы его приглашаем, уважаем. Давай, конік, подходи, чтоб гароды пахав людям, чтоб усе рабіў. Коні вельма треба. Да.
ваш конь? Есть конь? Да будешь там... С цыганом так коня, что еле иди ваш конь. Ой, цыган, давай продадим коня. Давай продадим коня. О, хозяйка, купите нашего коня. Купите, вам же огорода рать. И с хозяйкою поедете в лес. И я покажи зубы. Затим журавелька просять, щоб попоїли, покормили. Господинка дасть сподачок журавельку, а вона дасть забаночок, щоб попив. Господинка, а у нас он журавельку, що ж, так здалек летів, достамився, да хоче, дайте хоч води йому попить. Дадим. Отче, ти що, дєта, старий? Ти ж напої. Ой, як ти нап'єшся? О, чи ж поє, треба ж із ладбенька. Ти ж рав, попи. А там тебе хто є? Ти лечив, ти нам хорошеньке вести. Я лечив, добро принес. Дед Продок – это такой вот мудрый человек, ну и где-то он любит подшутить, вот, с хозяевами где-то, как бы шукает клад. Ну, как бы раньше, в старину, клад хранили, вот у нас деревянные были раньше вот эти балки назывались, и вот там денежки хранили. И вот от того дед Продок уже стукает, ищет этот клад, ну и говорит… Спрашивает, не нашел клад, искал, не нашел, значит, в вашей семье лад. Шукал клад, не знайшов, значит, у вашей семьи лад. Лад. У деда у кармане клад. Дед, давай. $500 тоже, сэкономим с пенсии, от бабы ткал, на тебе. Ну, дякую вам, господари, за ваші почастунки, подарунки. Дай Боже вам перешевиркувати і на той год дождати. Нашу хату не обходили, щоб навек заходили. Завітали до нас, дякую вам. Ми любимо гостей доставати. І що ж? У нашей вёсцы Восово Салігорського району Мінської області існує такий обычай. В ночь з 13 на 14 студеня проходить обряд щедрец. У кожному домі нашої вёски накривається такий стол. На столі повинно бути не менее 12 блюд. Саме головне блюдо – це куття. Куття багатая, з салом, з м'ясом. Тут же за цим столом должно бути… Холодец, яєчня, колбаса, кривянка, потрошанка, котлети, риба, блини, пирог, сир, сало. В общем, все, с чем хозяева богаты, господари дома, то все выставляется на стол. Для того, чтобы, когда придут колядовать, щедрец придут, можно было угостить, пригласить.
Ну і от такой у нас обычай. 12 блюд, не менее. Ну, у нас усю жизнь гармошка ходила, гармонік. Потому у нас других инструментов барабан и гармонік. И тогда, и теперь.